хорошая погода, хорошее настроение. Это повод, чтобы нам лишний раз собраться, вспомнить историю нашего города. Потому что каждое поколение несло свою лепту в то, чтобы город жил, город развивался. И нам важно помнить всех, кто принимал участие, кто делал все для того, чтобы Ачинск занимал достойное место на карте нашей великой страны. Поэтому дай Бог, чтобы мы и дальше так же дружно делали благие дела, чтобы город рос, чтобы город развивался, чтобы мы гордились нашим городом, мы гордились нашими жителями, мы гордились нашей молодежью, которая сегодня показала замечательное представление. Поэтому мира всем нам, взаимопонимания и поддержки. А когда мы вместе, нас никто не победит. Поэтому с наступающим праздником и дай Бог нам всем здоровья, где-то терпения, где-то мудрости, где-то всего того, чего нам иногда не хватает. С праздником всех!